Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал, подписывайтесь на него, если еще не сделали этого, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых интересных видео. В этом видео я хотела показать, как менялись эти ногти. Конечно же, выполню на них коррекцию гель-лаком и сделаю обзор новинок от Коди. Будет интересно, поехали! Это ногти моей сестры. С формой ногтевой пластины ей не повезло, у нее она короткая, круглая. А вот с тем, что любой материал у нее держится долгое время, с этим все в порядке. У меня, например, все с точностью до наоборот. В детстве она грызла ногти, с трудом ее отучили от этого, но она продолжала теребить ногти руками. На вечно коротко подстриженных ногтях ничего не было заметно, но когда мы с ней решили покрыть ее ногти гель-лаком, они отросли и имели вот такой скрученный вид, мы были удивлены. Кто-то ставил диагнозы через экран, ну а мы нашли банальное объяснение. Она постоянно ногтями щипает кожу вокруг ногтей, непроизвольно, естественно, и эти два ногтя, которыми она это делает, стали скручиваться вовнутрь, как раз от такого щипательного движения. Это было больше года назад, я ей сказала, что лучше все срезать и нарастить, так как натуральный ноготь так и будет расти скрученным. Я предположила, что исправить его никак не удастся. И после того, как мы нарастили ногти, спустя время выросли под низом свои ногти, и под нагрузкой жесткого геля они выросли ровными. Дальше мы стали укреплять ногти гель-лаком, и повторов со скручиванием не было до сегодняшнего момента. Под покрытием это пока плохо видно, но после снятия более ярко видно, как ноготь заново начал скручиваться. И на это есть у нас объяснение. Это не больные почки или что-то там писали в комментариях под первым из таких видео. Просто сестра стала вязать пряжи, которые вяжут руками, и эти манипуляции стали причиной скручивания. То есть ноготь стал снова активно задействован в каких-то таких манипуляциях. Пустота, которая высоко продолжается к кутикуле бокового валика, также образовалась механическим путем, так как этот палец рабочий как раз-таки, и эта сторона часто что-то ковыряет. От этого идет подрывание ногтя. Тут пока что ничего страшного не происходит, но мы за ним наблюдаем. I'm
Этот ноготь мы укрепим заново. Твердым гелем я взяла гель со стекловолокном и докладываю объем на опущенный кончик, чтобы выпилить его снизу. И ноготь таким образом станет снова ровным. Так как он с жестким материалом, скручиваться он снова не должен. Ну а перед дальнейшим покрытием я хочу показать вам вот такой набор гель-лаков. И те, кто еще не видел такие флакончики и не догадались бы, наверное, что это Коди. Да-да, но это новая коллекция, новый флакон, новые преимущества. Кто не знает, фирма производится в США, у них новая круглая кисть и у базы, и у топа, и у цветников. Кисть заходит под кутикулу и практически разом прокрашивает ноготь. Внутренняя часть флакона также имеет более скругленную форму, и остатки материала не остаются на внутренних стенках баночки. Конечно, я не проверяла другие баночки гель-лаков, но пусть это будет так. Гель-лаки в закрытом флаконе не полимеризуются, если забыть флакон под светом лучей или под солнечным светом. Консистенция также не изменится, не загустеет. И на производстве нам обещают более тщательный контроль качества. У гель-лаков еще под наклейкой есть QR-код, который вы можете отсканировать и убедиться в подлинности продукта. Сама коробочка с флаконами, конечно, очень стильная, эффектная. Внутри находятся трендовые цвета гель-лаков, которые шикарны как в глянцевом покрытии, так и в матовом. Преимущественно тут имеются красные оттенки, которые так и притягивают глаз. Ссылку на новую коллекцию я оставлю в описании под этим видео, а мы переходим к нанесению этих материалов на руках клиента. Большой ноготь мы выравниваем также базой, потому что гель там был только тонким слоем, и мы достраиваем архитектуру базы. Немного непривычное нанесение такой пушистой широкой кистью. Выравнивание у нас готово, а дальше цвет. Цвет гораздо интереснее наносить такой широкой овальной кистью. Под кутикулой прохожусь все-таки тонкой, потому что родная кисть баночки слишком пушистая для подкутикульного пространства. На следующем ногте сделаем вертикальный градиент с темным бордо. Этот цвет расположится по бокам, а яркий красный в центре. И кистью тушу эти границы. Гель-лаки отлично перемешиваются между собой. И дальше креативим по ходу действия. Дублируем наше покрытие вторым слоем, хотя гель-лаки достаточно пигментированы, но чтобы получить более аккуратное и четкое покрытие, наносим два слоя. Получились ногти женщины-вамп. Нужно было на Хэллоуин такое делать. Ну почему-то у меня такие ощущения сложились. Перекрываем ногти топом, он не отбегает с цветника, как в старом формате, но он имеет достаточную липкость. Топом можно доровнять изъяны после градиента, выровнять блик. На темно-бордовом добавляем черные вензеля. Правда, цвет получился более насыщенный и темный, чем я ожидала, что черные вензеля практически не выделяются, поэтому я решила их присыпать по мокрому блестками.
За счет градиента маникюр получился необычный, а этими гель-лаками он вышел совершенно легко. При этом мы добились невероятной глубины маникюра именно за счет градиента. Мне очень хотелось сделать эти ногти матовыми, но я сдержалась. А в итоге начального предисловия про скручивание этих ногтей можно сказать, что наращивание их изменило в лучшую сторону. Но не факт, что без покрытия совсем они будут держать правильную форму и дальше. Но иногда покрытие выручает, вы сами это видели. Я надеюсь, это видео было полезным и интересным для вас. Всем желаю творческих успехов и до скорой встречи в новых видео. Пока-пока!